Но русских аналогов я особо так и не знаю, кроме 8 марта. Потому что за границей редко где 8 марта отмечают. Там День Святого Валентина. Наше поколение, мы привыкли, Петр и Феврония, да, семейный праздник. Вот. Ну какие еще могут? Свои семейные какие-то, да, устойные. День, наверное, Петра и Февронии. Такой знаю. Если это День Святого Валентина, мне кажется, мое поколение уже как-то к нему относится скептически. А вот к этому празднику, я думаю, отнеслись бы вообще очень хорошо. Ну, Татьянин день, аналог. Этот праздник в России и на Руси праздновался в другое время года. 8 июля – День семьи, любви и верности. На Руси был свой календарь, свои года, которые обозначаются. Ну, будем как-то, надо все это искоренять, вводить свое русское, потому что, да, России надо гордиться, это самая лучшая страна.